Итак, всем здорово. С вами Ян. Сегодня у нас будет игра на Джаггере. Зашел вас фейка, так как не могу стартануть на своем аккаунте, потому что народу нету, вот не могу и все. Пошел на фейк, зашел и, в принципе, придется тут поиграть. Ну, это мод у нас ПТБ, взяла Джаггера, захотелось на Джаггере еще поиграть. На основном аккаунте бы мне не удалось бы, наверное, поиграть на Джаггере, так как там только на РДТБ играю. Не факт, что Джаггер был бы в пуле. Ну, ладно. Так, написал я Farm Easy. Где-то там в начале. Надеюсь. Хотя глупо, конечно, надеяться, что со мной не возьмут фармилу, хотя фармила вот только бара. Хотя и Шейкет может со мной пойти, типа, с топориком. Ну, ладно, у меня... В принципе, атаки неплохо. Я еще топорик, наверное, куплю. На всякий случай, чтобы восхитить получше. А леснику можно, в принципе, отдать, так как у него в лесу не очень фарм. В принципе, монетка. Ему нужнее, чем мне. Трахани меня. Противники что-то вообще не ходили воевать за монетку. Так, значит, буду раскачиваться немного по-другому, не так, как все. То есть, прокачаю Blade Fury, да, возьму на раз хилку, на раз криты, и потом в плюсы уйду, там, раз 5-4 прокачаю плюсы, ну и ульту на каждом левеле. А, интересный акс, не идет лес, еще и монетку ему отдал. Что это за говно? Ёбаный даун. Отдаем ему, значит, монетку. А он не идет в лес. А как мне стоять? Обычно аксы, если не хотят лес идти, они идут на хард линии. Блин, надо стики будет купить. Линия, мне кажется, что может быть лучше на линии. Будем терпеть, что еще нам остается. Да, и закуп у меня будет тоже не такой, как обычно. Валя, ну тут невозможно фармить, как бы. Добро пожаловать на Асикап. На 6-7 КПТС. Терпи, страдай, играй как хочешь. Тебе никто помогать не будет, естественно. Еще и Акс пришел и ФБ слил. Очень-очень здорово. Буду... брать закуп манта, даггер, диффуза. Вот именно такой. Потом там уже можно башев какой-то купить, вот этот флей. О, бара длить, ничего себе. Лина там пошла гангать. Наших братьев напали враги. Не, у него маны нет.
это уже что дальше будет. Так, все. Качнул на разок пилку. Криты. Дальше Блэйд Фьюри, докачиваю, беру ульти. Ухожу в плюсики. Вард, в принципе, в конце буду дамакшивать. Ну, то есть, на линии главное мне стоять, просто опыт получать, так как я фармить не смогу. Я подойду к крипам, мне дадут стан, некоторые заезжают хилку, пассивка еще его на меня и так напрягает, не говоря уж о том, если я буду подходить, я там и стан буду, и вот все буду получать вообще со скиллы. Но только под вышками надо как-то пытаться, но это не просто без топорика. Так, ну только с бары мы можем как-то поубивать здесь, если он подбегает. То есть, кто не понимает, зачем я буду качать плюсики, да, планирую, то сейчас объясню. В общем, первый, второй скилл, ну, пассивные, они вначале, ну, нет смысла качать больше вначале. Так как урона у нас мало, хилка и так нормально хилит. Типа, сколько она там, 3% на первом левеле, 2. То есть, на процент только добавляется. Ну, у меня маны тут нету. Бар не посмотрел. Если маны или нет у меня. Сейчас будет писать, наверное, что я даун. Но маны-то у меня нет, что я могу поделать. Шестой будет. Ну, то есть, а плюсы качаем. У нас прокаста. Чтоб с прокаста мы нормально могли дамажить. Заебись, хоть помогает. Бара здесь помогает. Ладно, пойду на базу схожу, потому что тут стоять вообще не круто. Там Лина сейчас выйдет, у меня ни маны, ни хп, ничего нету. Пока бегу на базу, в принципе, расскажу. Так, то есть, один на разок берем. Второй скилл и третий. Плюсы мы берем для того, чтобы нам мана хоть, ну, мы более станем с плюсами плотные. Нам хватит нормально на прокас, на ульт и первый скилл. И, в принципе... Это куда лучше, чем максить сразу, там, знаете, третий или второй скилл. Они будут замаксены, да, но не сразу. Вначале они берутся только на один раз, как правило. Так, ну, я грейдану стики, пожалуй, потому что линия такая, то, что там нюков много. Стики будут копиться. Так, ну еще и фласку, раз там такой харас у них. Кто-то скайп написал. Так, а свой билд, итем билд, я во второй доте вот побегал вчера с таким билдом, мне очень он понравился и, в принципе, буду пробовать здесь. Чем хорош даггер на джаггера? Тем, что от вас никто не убежит, и вы можете, в принципе, завязать нормально свой ульт. То есть догнать, ультануть и все. Либо, если вы цель вблизи вас, вы можете ультануть и с даггера уйти. Если что-то пошло не так, да, подходит там к врагам, допустим, к союзникам там, подходит куча героев и хотят вас убить, вы ультуете и просто
с Dagger, потом блинкаетесь в лес и т.п. Ну, короче, мобильность неплохо на Джаггерах. Очень неплохо. После манты куплю я себе его. На город наших братьев там напали враги. Вот простой парень. О, ничего себе. Какой он жесткий. Достал свои херни. Так, вот, все, докачали мы Blade Fury. Теперь буду в плюсики уходить. Так, бар опять к нам на то бежит. В принципе, еще раз кильнем его. Ну, то есть, мне помогают, это хорошо. Если бы никто не помогал, я бы вообще тут страдал. Но он уже 2 ассиста заработал. Так, еще пока ультовать не будем. Ништяк. Ну, фейзи, думаю, я всем понятно, для чего берутся на джаггер. Так, вот, все, плюсики качаем. С фейзами от нас вообще никто не уйдет под крутилкой. То есть мы кусуем крутилку, нажимаем фейзы, нажимаем кнопочку М и на врага нажимаем. И то есть он вообще не уйдет от нас. Джаггер будет крутиться и бегать за ним. Ну, можно и вручную, но мне нравится больше через М. Но М неудобно нажимать. Да, вручную бегаю. Ну так, может враг типа замансовать как-то. Не очень много урона ему нанесется. Неполное количество. В принципе, на секапе, знаете, как любят качаться вот в топе на джаггера. То есть берут аквилу, ну, первым артом там ПТ, аквила, там стики, да, грейзинг. В принципе, стандарт. Потом идет Момса, Шаяша. И Скади, вот все вот как под копирку, как под копирку все именно такой айтем билд делают. Мне он тоже нравился, но сейчас я попробую по-другому. Нужно же все-таки какое-то разнообразие. Буду попробовать тестить другие билды. Что у нас там? Блин, можно было в принципе туда тпшнуться, но я подумал, что там уже все конец, и пока я буду тэпаться. Там же все кончится. Не знаю, успел бы я туда или нет. В принципе, фарм тоже терять не хочется. У меня фрифарм тут. Поэтому я лучше, не знаю, пофармлю пока. Пока дают. Что там происходит? Трипл килл, сковорода, трипл килл делает шейкер. Нормально. Так, кто на то пришел? Лина. Лина с этим. Как его там, блин? С Soul Ring, вспомнил я. Жадная. Подошла крипа убить сдохла. Прикольно. Хоба, она еще плюсик 1000 хп у нас уже и МП в порядке. Так, это я качнул пару раз только плюсики. На город наших братьев напали. Ой, крипа просрал. Да, опять что-то в скайп пишут. Вот возьму вот ульт на 11-м, дальше еще пару раз плюсики вкачаю, и можно, в принципе, начинать уже качать третий скилл, третий наш пассивный скилл. Крипы. Так, что у нас там на базе есть? Яша уже есть, неплохо. Бара там всю карту напрягает, это хорошо. Можно, в принципе, аквилу было еще сделать, но ладно.
не суть важно. Он Зевс сразу Блудстон, ой, этот блядь, как... да, Блудстон. Мне такие Зевсы нравятся на самом деле. Не то, что там, блин, первым артом, блин, делают аганим. Полная херня. Зевс Блудстоном может нон-стоп чекать на наличие вардов. Ну, знаете, у него второй скилл. Кидается на область, и тем самым инвизер палит, и варды тоже. И можно просто всю карту, все варды поломать на карте. И проблем с маной не будет. Очень тоже мне нравится покупать Блудстон на Зевса. Сразу прям. Блудстон, дагер, ю. Рефреш. Ой-ой-ой. Так, у меня, в принципе, 11 есть. Я могу на самом деле это обыкануть, попробовать. Только мне надо, чтобы это... Они как-то вышли, чтобы крипов не было. Как-то надо заманить их сюда. Ладно, хер с ними. Блин, у них там еще легион. Но он немножко страдает от бары. Придется, наверное, линку делать, если игра затянется. Линку понадобится сделать, потому что легион нас просто за ульт убьет. Ну, если, конечно, мы не нафармим там кучу артов. Да, легкая игра какая-то выдалась у нас. Тут бара гангает активно, это хорошо. Вот пока бара гангает активно, мне дают фармить, это очень хорошо. Командуем счет уже какой. Бара 9-1, ой, это Зевс 9-1. У меня все хорошо, у нас еще Акс в команде, Шейкер. Просто пиздец, разрыв. Все, в принципе, можно дальше качать третий скилл. Ну такие катки тоже вообще не интересны. Ну чё, 9-23 счет общий. Придется, наверное, перезаписывать заново. Чё тут, я тут бегаю, фармлю. На город наших братьев напали враги. У нас там на линии. Вон та уже летит ко мне. Нет, не летит. Зевс пишет, курлап не может, сама деньги есть. Боже. Сейчас, да, переагривать будет 100 лет, не даст манту принести.
Только сейчас манта долетела, жесть. К тому же манта у нас еще 165 маны стоит, чтобы нажать ее просто. Поэтому плюсы вообще необходимо качать с таким айтем билдом. Если вы покупаете манту на джаггере, то надо по-любому. Разика 3, хотя бы 4 взять плюс, плюсы. Теперь можно дагер сделать. И хуза игра у нас очень агрессивно, дагер вообще ништяково себя зайдет. И по кулдауну каждые 2 минуты ультовать, бегать, искать цель. Любого, в принципе, убиваем. Пойду в лесу. Дофармить пиперочек свой. Макс Транквил, ой, эти уже провала сделал. Видимо, то ли без Транквил играл, то ли что. Блин, и тут кентавр сейчас застанет. Хер с ним, пускай станет. То есть, когда 3 юнита около кентавра, он начинает станет. Так же, как Рошан. Клэп использует свой. Когда 3 и больше с ним рядом. И этот также крип тоже стреляет в такой же схеме. Кто не в курсе. В принципе, все, дагерочки есть. Четенько. Игра, конечно, блин, такая. К сожалению, времени у меня очень мало, чтобы вот очень много времени, как я раньше на доту тратил. На город, наверное, все-таки не буду перезаписывать. Потому что это, блядь, много времени занимает. Сейчас, в принципе, любого увидим и сразу можно убить. Остались только диффуза, потом башню можно. И баттерфляйчик. Но здесь много... Нет, линка же нужна точно, легион там все-таки. Против легиона всегда надо линку делать. А у нее юл. Так, ну надо бару ждать, пускай он на нее юл там потратит. А вот так вот даже, да? Я даже не буду тратить, зачем мне. А, ну, блядь, он заагрит, нет? О боже, блядь. Я даже не хотел ульту тратить. Этот муди не заагрил. А ведь мы убили бы, если бы он заагрил. Но он не заагрил. Так, там снайпер в лотаре бегает. Вега побежал. Ну, этот мой. Лего побежал, этот бара на Лего. А есть ли у бара досты? Есть. Так, ну там опасно. Да, разрыв. Разрыв прям жесть. Как будто игра на хайп ТС-ах, там, в принципе, бывают такие игры частенько разрывные. Вся команда ебошит прям и все. А враги все фигят. Но у нас тут... Хотя нет, на самом деле я не знаю почему так. У них пик-то довольно-таки неплохой, очень. Ну, понятно там, да, Зес бара, типа, Зес бежит на любого и это стопроцентная смерть. Точнее, бара бежит на любого и Зес помогает, и это стопроцентная смерть. Так, ладно, не пойду туда, а то там кто-то в лотаре бегал. На нас напали. Ну, то есть вот во второй доте любят таким билдом именно играть. Вчера смотрел там записи с турниров.
поголовно, блядь, практически все джаггернауты именно вот так вот раскачиваются, в точности, как я сейчас. Ну, может, там аквилу берут, да, еще аквилу берут, но я не взял, так как считаю то, что, ну, слишком много денег тратится на такие арты начальные. Я уже купил форманшилд, в принципе, аквилу уже не хочется как-то делать. Снайпера что есть? Что есть у снайпера? Блин. Все с лотарами бегают. Так, не корм... Так, что? Ага. Ой-ой-ой-ой. Чтобы не утонул. Так, отлично. Это даггер поцки. Он аж охерел. Наверное, с этой херни. Просто Лина подошла, Джаггер тут, там еще кто-то был, хоп, Джаггер, ульт, все, изи. А вот без Джаггера мы бы подходили, там, как подойдило, что там все сдохли бы уже. Тут говно. Походу мне говно. Не ГГ, ГГ, ГГ. Нет, не ГГ. Сука, снайпер, говно. Мне крат что-то слишком сложно прям убить. Он, блядь, бегает, бегает, хилится, хилится и... Блин, Зевс бы ультанул, а у него не было КД. Ну да, что-то не крат без ульта вообще сложно убить. Хилится, хилится, хилится. Пассивка дамажит, дамажит. Бара что-то ФК стоит, мог бы и разбег сделать. Ну ладно. Да, снайп там нормально денег заработал. У меня стрик был. Годлайк. Мой годлайк забрал. Надеюсь, игра сейчас будет поинтереснее. Шейкер тут стрял. Двойку получил. Легион. Ну, Зевс тут всех убьет, у него будет сонов там миллион. Миллион блудстонов. Я бы на его месте не покупал Аганим, взял Тервала бы себе. Можно Дискорд взять было. И Линку делал, потому что... Ну, хотя Линка уже у Зевса расфармленный слишком, можно... Линку и не покупать, так как его Легион не убьет за ульт. Можно, в принципе, Линку и не покупать было. Но я бы Аганим точно не брал бы. Иногда можно взять, когда не знаете уже, куда деньги делать. Так, ну, Курманшилд я продам. ДП-шку не буду выкидывать. Продавать точнее. У Лина там диффуза, ой, эти. Юл, можно, в принципе, диффузами этот Юл будет снимать. Также и Госткепер можно тоже снимать диффузами. Только он у меня на Z, неудобная очень кнопка. Ладно. Поныкали все парни, что-то вообще с вортов не видно ничего. Так, кто вышел? Легион с лотаром, блин, не убьют. Кто там еще? Снайпер с лотаром тоже. Вот Некра надо все ульту убивать. Цель номер один для меня. Сейчас он пойдет на спот и фармить сюда, я думаю. Не, блин. Тут этих спотов-то и не было. Ну, следующий мой арт, думаю, ну, ситуативный. Ну, это будет линка, потому что там легион и... Некр. Против них линка очень хорошо смотрится. Ну, то есть, некр не ультанет, лего не ультанет. Будет все здорово.
Иногда можно вместо Манты взять Сашу Яшу, если против нас играет какой-нибудь Шейкер. Иногда буду заливать катки вот с обычных ПТС, да, там с 6-7 тысяч. Вот. Иногда буду со своих, ага, Лего. Чё, дурной, что ли? Ага, пацан решил подарить мне урон. Спасибо. Ну, то есть, не могу вот записать со своего аккаунта, где у меня 10 тысяч. Просто народу нету и все, хостов нету. Приходится вот играть со второго аккаунта заходить. Наших братьев напали враги. Видели, да, Лего ультанул. Подарил просто урона. А надо пушить, пока они там всех таверны. Ну, они сейчас воскрешатся уже. Враги. Ну ладно, теперь с ними хотя бы вышку сломаем. Зевса просто 20 бурсонов, а он что, умирал? Да, он умер один раз. Кучу бурсонов потерял. Мы походу даже еще и баратку сломаем. О, арканки приехали. Здорово. Ну, еще чуть-чуть. Шейкер хочет залоситить, подлез такой. Лоситить пытается. Нам тут надо, блин, как можно быстрее сломать барак и уйти. А он тут лоситить собирается. Бара. Рипер словил. Неприятно ему. Неприятно. Так, ну, конечку линку буду тогда делать. Хотя игра на самом деле изи, можно было и башер сделать, но ладно, на всякий случай. Скоро ульта у меня будет. Легиона не убью, снайпера не убью, если только подсветят. Пойду на топ, что мы сломали тут мид. Пойду пофармлю на топ. Пишу Б, а то мало ли, встряну сейчас. Там у нас у всех стрики высокие, если нас поубивают, то могут закомбатить ребятки. Рефреш, что ли, купил? Вот еще не купил. Или в куре, походу. На нас да. Напали. Огоним рефреш. Но я не думаю, что он убьет за две кнопки. Ну кого-то убьет. Лину, наверное. Лину по-любому убьет. Снайпер купил кулак у себя. Он не сдохнет. За два ульта. Сейчас еще раз бабахнет. Или что, он уже бабахнул? Что такое, одного убил. Тут дофармлю пока велинку. Чуть-чуть осталось денег. И пойду уже что-нибудь мутить на карте. Да, тут легкая, в принципе, игра получилась. Но, к сожалению, я не могу записывать еще раз, так как времени у меня немного. Начал я опять играть в покер, а там очень много надо немного времени тратить. Записи на ютубе, ну, как бы, копейки приносят, на них не проживешь, надо где-то деньги зарабатывать, пытаться. Поэтому времени немного, к сожалению.
такой получился видос, такой отправится на ютубчик. Что-то у нас там ребятки АФК стоят двое. Ну, тут, в принципе, не так критично, так как там Зевс разваливает всем кабины. Да и у меня с фармом все хорошо, в принципе. Так, сейчас надо быстренько ТП-шечку продать. Хоба, Линка приехала, все отлично, можно идти. Пойду я понизу. Не вижу смысла на миде торчать, потому что там уже все сломано. Что там торчать-то? Вообще на Джаггера много таких артов можно понаделать. Кто-то БФ ему покупает, кто-то еще что-то, кто-то еще что-то. И в принципе нету какой-то правильной, неправильной сборки, да, на него. Я вообще под вардом вышка даже не пробивает. Даже не стал стараться добивать ее. Похер. Не советую, кто вот смотрит видео, не советую на Джаггера брать аганим, так как этот ульт наш очень легко контрится просто покупкой либо Еула, либо Госкепитера, либо Латара. У нас не всегда есть слоты под гем какой-то, под косты, поэтому не советую никому покупать аганим на Джаггера. Лучше какие-нибудь другие арты. Эй, снайпер, не стреляй в меня, не надо. Сейчас полетит ульта в меня. Но я, по идее, не умру, потому что у меня хп много. Ну, то есть, считайте, что это видос не показательный какой-то, да, а... видос как бы с новым билдом, как себя, как смотрится Джаггер с новым, так сказать, билдом для первой доты. Он во второй уже не новый как бы билд, но все равно знаете то, что и таким образом можно поиграть на Джаггере, и в принципе нормально. Особенно против Леорика такой билд вообще идеально заходит, не считая линки. Еще раз повторяю, линка — ситуативный артефакт. Я беру линку только против Легиона, ну и против Некра. Ну вот такая вот игра получилась у нас. Зевс как бы затащил в соло, можно и было и не потеть особо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Янс. До скорого.